Всем доброго времени суток. Давненько что-то никуда не выезжал, давненько не снимал. То дожди, то некогда. Начало года все-таки. Бумажки, все дела. Ну а сегодня решил, пока время есть, вот часа 2-3 может быть. Приехал опять на мельницу, но сегодня решил попробовать половить карася на хиробуну, на бабышке. Так как на полноценную хиробуну здесь с таким поплавком на течение не думаю, что что-то получится. Ну, попробую на бабушке половить, что из этого выйдет. Тем более, давно хотел попробовать. Сейчас замешаю что-нибудь такое из глютена, чтобы покрепче на крючке держался. Я одно время сюда приезжал, ловил. Но здесь карасик есть хороший, ну, на микрожик я его, на мормышинг. А сейчас решил попробовать на хиробуну, вдруг что-нибудь и клюнет. Ну, заодно и проверим, как себя бабушки ведут на таком более-менее нормальном течении. Что? Замешиваемся, вперед. Ловить сегодня буду на бамбуковую фею. Она достаточно такая жесткая. Ну и сразу возникает закономерный вопрос, что развести. ЛЛ глютен. По карасю хорошо отработал этот сезон. Ну, думаю, маленько осталось. Думаю, пускай побудет. Замешаю клевого глю. И что-нибудь такое ради прикормочки. Так. Дизайн S желтый. Я тоже хорошо отработал. Есть еще красный. А есть еще вот такая канитель, как Пеледо. Попробую его. Тем более такой мелкодисперсный. То, что самое хорошо, есть такая вот штучка. Раз, раздвинул. Что на всех так? Пакетах не сделать. Вот такая вот смесь. Даже чувствуется какой-то запах, то ли семечек, то ли не пойми чего. Ну, сейчас разводится он 1:4. Сейчас разведу, посмотрю, что получится. Потом, возможно, еще что-нибудь глянем по обстоятельствам. Если что, на крайний случай у меня там микруха есть. От ноля как-нибудь убегу. Начнем, наверное, с пеледо. Это у нас от маракью. Так как 1:4 разводится. Так, 200-миллиметровый стаканчик. Один. Второй. Ну и 100 миллилитров воды сейчас туда плесну. То есть пол стаканчика. В крайнем случае можно будет. Ох, что перелил. В крайнем случае можно будет уже по ходу дела посмотреть. Что-то помешать, что-то домешать. Ну, это будет у меня выступать в роли прикормки. Ох, боюсь, сейчас всю уклейку соберу. В крайнем случае можно будет потом добавить сюда либо глютена, либо того же сакагуру. И, ну, комочки. И можно будет спокойненько ловить. Так, пускай маленько настаивается. Ну а мы сейчас вот такой средний стаканчик разведем клевого глю. Сакагуру так называемая. Насадка себя показала очень хорошо по белой рыбке. В принципе, уже вторую пачку беру. Разводится один к одному с водой. Возьму удочку, ящик, ведро свое крутое. И пойду рыбу ловить, наверное. Так, маленечко примнем, все, пускай настаивается. Остальное лишнее сейчас убираем, прячем все в машину. Пока соберусь, как раз
тесто настоится. Ну, вроде собрался. Что, вперед к неизведанному. Тесто готово. Ведро взял. Ящик, удочку. Все, сейчас идем пластать карасей. Кабанов. Где бы сесть только. Ладно, разберемся. После нескольких забросов можно сразу сказать, что вот такие вот пылящие смеси здесь абсолютно не при делах. То есть чисто если как привлечь, ну, размываются махом. Глубина метра полтора. Еще продолжает тащить. Делаем побольше. Сейчас будем вообще как японцы ловить. Здесь надо бы маленько снасть переделать. Сейчас попробую на оба крючка. Крючки поставил побольше. Для того, чтобы совсем уж мелочь отсечь. На оба крючка поставлю такагуру. Еще у меня там есть такая интересная штука, как ипацу от маракию, тоже желтенькие такие. Попробую их. Опа! Это у нас елец. Ну вот, обрыбился. И хороший такой ельчик. Ну, наберем водички в ведро, чтобы потом посмотреть, что наловим. Я здесь даже леща как-то ловил. Родной силикон. Попробуем. Ну, уже от нуля убежал. Уже проще. О, попёр, попёр. Опа! Это у нас плотва. Поменьше поставил кусочек. Ну, ярко выраженная поклевка такая. Потащил. Ну и через раз буду все-таки пиледа это нацеплять на крючок, так чисто для прикормки. А сейчас плотвичка соберется, может карасик подойдет. А? Опа-на! Дуплетик. Елец. И сорожка, плотвичка. Она мелочь набежала сейчас, карася. Можно не ждать, не успеет. Вообще пробовать под берег прям бросать. Ух, лика. Нет, здесь неправильное место. Да, здесь надо какую-то приманочку такую достаточно вязкую. Или вот на лапшу, на японскую эту. Гелеобразное. Что такое тесто сразу сбивает. Попробую сейчас посильнее сминать, оно не так быстро будет распадаться. Желательно, конечно, течение-то поменьше.
точно сожрали? Нет, о, блин. Опять уклейка. Ну, не надо мне таких. Подошла уклейка, и все, и житья не стало. Успел пару ельчиков поймать. Попробовать прям совсем-совсем к берегу, может, под берегом там кто стоит. Ух ты, смотри, что, а? Опять амбанул. Глубину больше сделать, попробовать. Грузило положить на дно. Может, там и не глубина, может, просто течение такое, что сразу уносит. Почти 2 метра глубины поставил. Смотрю, может, перееду. Сейчас зацеплюсь нафиг. Опа! Ну, говорю, что клейка. Ну, эту здесь надо на опарыш ловить. Так, ну-ка туда попробую. Ай, что ж ты, блин. Не надо мне уклейку. Карася хочу. Как-то все маленько печально. Тесто не успевает даже до дна долететь. Уклейка по пути сбивает, так что... А карась, скорее всего, на дне стоит. Посмотрим сейчас еще маленько. Ну, в принципе, на тесто, на пылящее можно ловить. Ну, надо тут практически один глютен. И не японский, а китайский, который как резиновый. Можно на протяг попробовать. Сначала вроде клевало, подошла уклейка и все. И весь клев кончился. Остальная рыба просто не успевает до насадки добраться. Удалось все-таки поймать одного карасика, пока аккумуляторы менял. А так уклейка задолбала.
ловить вообще невозможно. Ну, аж удочку дергает. Да, все-таки хирабуна. Это не для течения. Вообще-то, может, кто-то и ловит как-то. Может, пристреляться просто надо. А? О, жирный плотвень. Ну, если такая клевалочка, куда ни шла. Это вот. С подсадкой пылящего сверху. Вот здесь хоть поклевка. Нормально такая выраженная. Вот мы сейчас так и попробуем. А можно попробовать сейчас пиледа это маленько с глютенчиком смешать. Во! Ух ты! А вот это был хороший карасик. Блин. Значит, есть тут карасик-то, что не берет. Только уклейка не дает ему клевать нормально. Сразу сбивает. Так, может попробовать пиледа в этот глютенчик добавить. Маленько возьму, попробую. Будет дикая смесь японо-китайская. Просто на дно не дает опуститься. Сразу сбивает. Сейчас поплотнее попробую, сильно-сильно плотно сжать, чтобы подольше растворялся. Сакагуру, который. Как обычно. Нет, плотвичка. Думаю, уклейка опять. Хоть плотвичка такая клевалая, то ладно. Делаем ход конем. Сейчас пиледу добавлю китайского глютена. Так. От души. Посмотрим, что у нас из этого выйдет. Водички. Вот дикая смесь. Может, это что-нибудь даст?
не знаю, что я такое делаю, что-то творю. Короче, сейчас будет какой-то пипец. Сейчас маленько пусть постоит. Раза 3-4-5 закину, потом на это попробую. Ага! Оба-на! Стоять! Это херабуна окунь! Да, надо сфотать. Вот тебе раз, вот тебе два. Херабуна окуня клюет. Ну, сейчас еще попробую поздоровший кусочек. Так, это у нас кто там, блин, вторым крючком зацепился. Это у нас карасик. Побольше куски стал лепить. Колобки. Уклейка, видно, не успевает съесть. И карасик нарисовывается. Ему что-то еще остается. По закону жанра для такого крючка, такой колобок, это очень много. Как-то так получается. Исключение из правил. Ой, ё-моё. Супер рыба опять начала клевать. Здесь надо на танага и на опарыша ловить. Вот она будет ништяк. Клейки можно натягать, ого-го. Мне же карась надо. О! Так. Блин, точно под сак надо. Попробую подниму. Опа. Вот так. Чё? О, видишь, на карася похож. Надо сфотать. Удочка вроде кило 800 поднимает. Ну что-то как-то сыкотно. Карасик подошел под вечер. Может, он тут по ночам вообще клюет. О-о-о. Маленький карасик. Что ж такие есть. Я думаю, щука уже всех съела. Может, уклейка спать пошла, карась начал поклевывать. О, дупля! Так, ладно. Буду закругляться. Хватит извращаться. Здесь течение сильное для херабунки. Но тем не менее можно что-то поймать.
сюда надо глютена, наверное, чуть не половину. Один в один. С тестом тогда. Может быть, карась будет успевать схватить, пока уклейки не съест. Елец. Огурец. Что так, ельчик? Кусочки-то леплю вообще не детские. Это клюет. Ух ты. Карасям бы, наверное, был. У нас сегодня по улову. Хороший карасик. Еще тут карасишки. Ельцы. Вот яичко. Вот ельчик хороший. Херабуна окунь. Ну, короче, так как-то. Так, вот что. Ну, сейчас очухается, не очухается, щука съест. Это уклеечки. Не знаю, видно там, чего не видно. Закончил рыбалку, попробовал половить на бабушке на течение. Ну, скажу я вам, тот еще геморрой. Хотя кое-что вроде и поймал, но уклейки жития не дают. Можно было бы, если бы уклейки не было, может быть, и карасик бы поактивнее клевал, но он просто не успевал. Походу, уклейка просто все сшибало и все. Ельчик, плотва, карась, херабуна, окунь клюнул. Вот как обычно. Херабуна щуки не было только. Ну еще не вечер. Как-то вот такая вот рыбалочка. Ну, все-таки кое-какой опыт получил. Ну, течение все-таки надо где-то выбирать поменьше. Или затишок какой более-менее. Ладно, буду пробовать еще. Будет настроение. Всем пока.